И всем привет, ребята, дорогие друзья, вы на канале Альфа. И сегодня, ребята, я хочу поиграть в игру под названием Brawl Stars. Сегодня, ребят, я открою сундуки на аккаунте, своем втором аккаунте Мистер Альфа. Free Pass, да, от 21 до 30 уровня. Но сейчас, ребята, у меня такой квест, в общем, за розу нужно победить 10 раз, по-моему, да? Или сколько? Сейчас гляну. Да, 10. Вот, если я сейчас победю одну катку, то есть я заберу вот эти 500, как они называются, жетоны, да, вот. А снимаю не сам, а со своим другом Гоп 550. Поздоровайся. Привет, и я уже не Гоп 550. Да, его не так зовут. У него канал называется XX Мистер Кинг XX. В общем, я оставлю ссылку на его канал, он будет снимать там какую-то дичь. Да. Ну, он что-то будет снимать, я не знаю, он летсплей думает снимать. Он пока не знает еще, что за летсплей, и, в общем, вы поняли, да. У меня 9 хп! У тебя сколько? У тебя вообще нет хп. У тебя тоже не отображается, сколько хп? Не, у меня отображается от этой катки. А у меня нет. У меня 9 хп. На видео посмотришь. Если зайдешь так. У меня вообще было 0 хп. Ясно. Так, все, ему хана. Давай, сдохни. Да убивай его, убивай робота. Он мне надоел уже. Давай. Так, все, победа. Ну, есть. Так. Так, в этой карте вроде бы есть банки. Да, есть. Есть, есть, есть. Так. Вот эти сундуки, так. Сиди в кустику. Кустик, иди сюда, давай. Сюда. Я сюда веду. Ну, веди. Ну, тогда я тебе говорю, чтобы кустик пришел и тупо, чтобы они сюда подбежали, да. Угу. Так, ладно. Опа. Неподозреваемый кустик. Так, сейчас будет 3 команды. Вот, посмотрите, ребят, давай. Опа, давай, быстрее сюда. Блин. Бо немного косой, но это хорошо. Давай, хилься! Да не надо стрелять, атаковать, не атакуй. У меня лагает! Убегай! Бегай! Писец. Блин. Нет, не иди в кустик, не иди! Не иди туда! Там писец. Там додики живут. Тихо. Нужно, чтобы они сдохли. Так, минус команда, и мы тупо сейчас заберем. Плюс 7. Кубка. Блин. Я кустик сейчас возобновлю, оба. Давай. Куда? Куда? Ребят, ну... Да. Ну что это, блин? Писец. Погнали это, еще. Это было зажимание. Это было зажимание. Да, так что это тут ни ты, ни я не виноват. Угу. Так. О, я пойду наверх, ты вниз. Ладно, я сюда. Так. Давай. Опа. О, мочис. На помощь. Да блин, ты чё, сундук не добыл? Не, на меня нападай. Кто? Додики? Эш, там, вот там Эм сидит. Да тихо, я уже понял. Не пали меня. Так, там Леон с ультой. Не забудь про это. Угу. Так, все, я тут в центре буду. Я центр буду охранять, так сказать. Меня сейчас убьют, может быть. А, нет. Просто я думал, здесь может какой-то буль сидит. Или Шелли. В этом кустику. В общем, не буду теперь здесь сидеть. Так, сюда давай. Опа. Меня сейчас убьют, наверное. Если не я убью. Давай. Писец. Ну, кто тебя учил играть? А ты видишь, как меня зовут? Мой ник. У меня без буквы М. Так. Блин, ну ты меня спалил. Ну офигеть теперь. Так, где четвертая команда? А, вот она. Блин, внизу. Давай, сдохни. Помоги! Бьют! Убивают! Пипец. Хилься. Давай!
Но сейчас мы должны забрать, по идее, второе место хотя бы. Потому что у нас вроде бы нормальное количество вообще банок. Или бустов, кому как удобно. Да блин, медведь, уйди. Давай по новой, Миша, всю фигня. Давай так. Сидим вот здесь. Как я и говорил. Я буду в центре сидеть. Да блин, бесят. Бесят они, капец, как бесят. Так, все, я сейчас нормально телефон вроде бы взял, да? Давай, нужно Био убить. Био, иди сюда. Я сейчас сдохну, я сдох. Практически. Все, я сдох. Давай, хилимся. Там додики. Плохие додики. Давай. Бодя, появляйся. А, нет, не нужно появляться. Я сам подотащу, не бой. Открываем сундуки. Ура! 550 кубков нашей. Ой, то есть на Розе. Больше, да. Кстати, а что у меня там с Шелли? Сколько у меня там на ней кубков? Стой. А, 57, 20 ран. Так, ладно, у меня почти 31 уровень. Но мы будем открывать сейчас сундуки. И не два сундука. Понял? Ты тут? Открывай маленький ящик. Ничего. Я уже, в общем, перепугался. Думал, сейчас что-то выпадет. Так медленно открывается, и там белый фон. Ух, страшно. Шучу. Стой, давай, если что-то выпадет, не ори. 54. Бас! Боня! Один предмет! Открывай. Стой! Ничего не выпадет. Нового бойца нема. Гаджет. Я лип просто дальние, понял, бойцы, там видно, оно кого есть. Да? Хиба. Правда? Да, с кашкой будет. Я не знал. 58. А на гаджет на кого? Гаджет на кого? На баре. Я вообще-то, ребят, сейчас могу купить Гейла, но если я куплю Брау Пас, так, Брока качнем. У меня Брок со скином, я не хвастаюсь, так, просто сказал. Так, большой ящик и мега ящик. Открываем большой ящик, и там ничего не падает. Где 49? Блин. О, я уже. Фух. Если будет 6, когда долистаешь до единички, скажешь мне, чтобы я посмотрел, кто. Давай, все, открываем. Мегаящик. Ничего. 5. Писец. Да я уже думал. Пипец. Я думал, мне сейчас выпадет что-то. Ё-моё. В общем, вот мне что выпало. Сейчас тебе покажу. Вот он. Липкий сироп Барни разбивает бутылку липкой смеси, оставляя лужу, которая замедляет всех наступивших на нее. Ну, в общем, в нее, врагов, ты понял, да? Зарядована матч 3. А у тебя что, нет скина золотого? Не, это ж мой твинк. Да, у него здесь бомжатский аккаунт. Ладно, я шучу. Так, стой, а что у меня тут есть? У меня, в общем, такой вот скин есть. Ну, ты знаешь, да? Я, в общем, недавно Фрэнкуса купил. Скин на него. Либо это не на этом аккаунте, да, это не на этом. В общем, у меня есть скин на Спраута, думаю, ты знаешь, да. Ну, в общем, ребят, вот такое видео получилось. Ладно, ребят, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых видео, ребят. Пока!